Научно-производственный комплекс «Элара» – участник госпрограммы конверсии оборонно-промышленного комплекса. Начиная с 2017 года предприятие увеличивает выпуск гражданской продукции. Теперь это уже 40%. Президент страны Владимир Путин подчеркнул, диверсификация должна быть связана с реализацией нацпроектов. Необходимо соотнести планы оборонных предприятий по производству продукции с инвестиционными программами и планами закупок федеральными органами исполнительной власти, участников национальных проектов.